Измотанная. Сегодня третья, я уже сказала. Сейчас доснимаю влог, вам его выложу. 7 июля у меня день рождения. Пригласила одних, пригласила вторых. Все уезжают на моря, кто куда. Но мы же, конечно, не едем, потому что ребенок маленький. Даже на следующий год он тоже, мне кажется, не вариант. Потому что будут есть и камушки, и песок. Все на свете. Вот. Вот такая вот фигня. А вы как проводите лето? Пишите. Буду читать. Вот. Так что вот так вот. И, кстати, я забывала постоянно ответить. Как же назвали ребенка? Как же назвали малыша? Вы представляете, уже сколько прошло? Ну, мне не до этого. Просто я забывала постоянно. А пока вот вспомнила, назвали мы его Назарий. Назар. Да, полное еврейское имя. Наше православное, церковное. Назарий. Как Захар, он же Захарий. А у нас в России называют Захар и Назар. Это была в больнице. На Назар еще было 1,5 месяца. Не, ну, месяца 2 было, может. И там я слышу где-то Назар. А я такая тетка, ну, на нашей славянской наружности женщина. Говорю, подождите, как вашего сына зовут? А ему лет 6, мальчику, как Захарка. Она Назар. Говорю, Назар, это я думала, мне послышалось. Потому что я говорю, я только вот недавно родила, тоже сына назвала Назар. Зоркий глаз. Вот, так что, оказывается, попадаются тоже имена, довольно-таки редкие, но тоже попадаются. А еще размышляла над именем Тихон. Я люблю вот эти, знаете, наши забытые имена русские. Ну, почему-то многие говорят, что вот Тихон с неба спихан. И вот мне вот это вот постоянно говорят, говорили. И вот это меня стало как-то настораживать, останавливать. Тихон с неба спихан. Ну, сколько священников Тихонов? Их очень много почти его, да? Ну, какое это отношение имеет к религии? Кто знает? И у кого есть знакомые или дети Тихона, напишите мне. Что это за... Я нашла только загадку в интернете. Есть такая загадка. Тихон с неба спихан. Это типа снег. Причем тут я, короче... Вот это меня останавливало. А так мне безумно нравится это имя. И меня вот по сей день интересует, почему так говорят. То ли это просто люди сами придумали, то ли что. Это же не примета, не что. Вот. Ну, все рассказала, потому что иначе вы это у меня спрашиваете в соцсетях. Я постоянно просто забывала ответить. Вот все. Не думаю, постоянно же об этом не думаешь. Вот. Вот такая вот фигня. Хотела же, понимаете, как день рождения. Я хотела этот, ну, готовишь же, будешь готовить, там, что-то жарить, вот, чтобы вот на день рождения, мне подарки ничего не надо дарить, господи, я не ребенок, все понимаю, сейчас у меня вообще, как бы это, и получается, что, и кто не видел малыша, ну, вот, прийти познакомиться. Не видел, многие попросились вот бить, короче, двух зайцев, потому что у мужа выходных, вот это не совпадает все. Сейчас у него у коллеги жена рожает на днях, тот будет уходить в отпуск, потому что сами понимаете, к тому же он первый ребенок, у них ей всего 1,5 года девочки, будет как бы, ну, сложно. Может, и вообще жена рожает, жене надо возить что-то в роддом, там это, в общем, то есть и тут вот муж меняется на этот день. Тоже это будни.
Вот. Короче, и мне почти вот три троих я приглашала, три семьи. Одни на море едут, другие едут куда-то в село, и другие тоже едут на море. Сейчас же морское время. Вот. Наверное, мы одни не едем. Вот, вот такая вот фигня. Почему? Кто-то еще писал Тихон. Как можно назвать Тихоном сына? Я же рассматривала, когда была беременная. Как можно назвать Тихоном сыном? Это же сразу как старый дед, короче, старый дедок. Думайте головой. Мне нравится это имя. Тишка. Тиша. То есть сокращенно Тиша. Тиша, Тиша, только будь потише. Ну, вот это как у меня муж зовут Антон. И его, например, называли Тоша. Тоша, Антоша. Прям это, прям хочу знать ответ. Ну, ничего в интернете не нашла. Ничего такого. Кроме вот этой загадки. Мне кажется, люди просто то ли придумали эту загадку, то ли от этой загадки начали плясать и выдумывать что-то. А потом люди, соответственно, стали редко называть. Не вообще. Так что вот так вот. У нас Захарий и Назарий. Прошу любить и жаловать.